Так, ну вот такой бак. Самка была у меня, как кормилка работал. Самку я потерял. Он остался, в принципе, не нужен совсем мне. Это, кстати, отец вот того, что я перед этим видео снимал. Здесь в вольере я его ногой гонял, он там не мог шагу сделать без игры. Вот это его отец. Ну, отец хорошо летал, хорошо играл. Сейчас кину. Времени нет особо выпускать. Сейчас не знаю, ветер у нас сильно пойдет. Обычно хорошо. Сейчас кинем, что нам. Парится с ними. Вот. Сразу сыграл с руки, как я его кинул. Сейчас попробуем. Ветер прижимной, у нас давит сегодня. С Азова дует. Попробую его ловить, если получится. Все, он пойдет, не пойдет вообще. Раз, два, три, четыре. Вот вышел. Опять и откатывается. Не надо, приближение уже как бы. Дальше будет размыто. Сразу ложит его туда за крышу. Ну-ка. Будем пытаться держать. Он по низам дожимается до дома. Вообще-то шел на дальний круг. Подержу немного, чтобы понятно было. Так он хорошо уходит, быстро набирает. И на слабом ветерке он вообще красиво себя показывает. Сегодня ветер достаточно свежий. Еще и прижимал. Он по низам валит. Потому что не может подняться, его сразу сдувает. Там еще ветер сильнее. Ну, подержим что-то. Может, поглядим. Жук на крыше завис. Тоже снесло, теперь добираются по низам. Ну-ка, раз, два, три. Ну, красиво становится, иногда винт показывает. Достаточно шикарный. Сносит, вот как отыгрался, если бы ветер слабоват был, он бы чуть-чуть откатывался. И снова бы вставал. А так его сразу сносит, потом пока он на круг на новый доходит, слишком далеко его уносит. Ну-ка, держу. Раз, два, два. Останавливается, хочет еще. Ну, так он не вытягивает неплохо. Сказать, что там где-то 15-20 метровые столбы. Ну так, 5-7 валит легко. Так, опять его скатило куда-то. Не знаю, еще чуть-чуть подержу, долго снимать тоже не буду. Еще надо остальные голубей поснимать. Вот. Ну, давай еще один выход мы снимем, да будем завязывать, наверное. Понятно все с тобой. Игра достаточно частая. Но... О, опять. Далеко он идет, видно, что на, по той стороне деревни. Борется с ветром, пытается сюда подходить. Опа, сбоку решил заход сделать на голубятню. Сейчас, сейчас. Давай. Ну, просто так у него это не получится, конечно. Не те голуби. Давай. Опять решил на круг уйти, разворот. Давай, давай, давай. Становимся против ветра. Заходим. Восьмеркой что-то заходит. Обычно у меня так тасманы себя ведут. Вот это опять он по низам пошел. Это есть уже его видео. Не помню, где его снимал. Сколько там всего позагрузивши. А он вообще низко пошел. Вообще он прижимается к домам, к деревьям. Так он летает высоко у меня. Вышел над тополем, опять сбоку пытается зайти. Подходит. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Все, встал, отвалился. Ну, дальше снимать не буду я, все понятно.